август крупнейшая российская компания по производству и продаже химических средств защиты растений. Ее основная производственная база – филиал компании «Завод смесивых препаратов», который находится в Урнарах. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 60 наименований. На сегодняшний день на производственной площадке филиала имеются 12 технологических линий, что позволяет выпускать пестициды различных форм с ежесуточной производительностью до 150 тонн. Или, если переводить в годовой объем производства, 50 тысяч тонн. Это практически позволяет покрыть всю потребность в пестицидах в Российской Федерации. Компания вышла на международный рынок, поэтому производственные мощности с каждым годом растут. Сейчас строятся складские помещения. Это позволит поддерживать объемы круглогодично. Август – первая и единственная отечественная компания по производству пестицидов, прошедшая сертификацию по трем международным стандартам – менеджмента качества, экологии и безопасности персонала. Экологической безопасности здесь уделяют особое внимание. Все препараты упаковываются в специализированные коэксные канистры, которые имеют внутренний защитный слой. Мы начали фасовать продукцию в бинарную тару. Также еще одно направление, которое мы взяли, это фасовка препаратов в водорастворимую упаковку. Это позволяет в процессе применения исключить образование отходов тары с остатками продукции. Такая упаковка удобна для потребителей, кроме этого, экологична. Для владельцев личных подсобных хозяйств и дачников «Август» выпускает препараты в мелкой фасовке. Уже в июле в филиале компании планируется открытие линии по производству флаконов от 15 до 100 мл. «Август» и в дальнейшем планирует выделять значительную часть доходов на развитие.